Студенческая весна в Казанском федеральном университете продолжается. А это значит, что всем преданным поклонникам фестиваля еще предстоит просмотр талантливых номеров и театрализованных показов. Неспроста данное мероприятие славится бесконечными положительными откликами среди зрителей и принимающих участие артистов, ведь обе категории людей получают порцию безудержного веселья и безграничного наслаждения. Открыли третий день фестиваля Институт психологии и образования. Концепция программы от начала и до конца строилась на теме красивой цветочной сказки, в которой были раскрыты различные аспекты жизни. Декорации и повсеместное оформление красивыми растениями только улучшило общее восприятие концерта. Знаешь, если говорить с профессиональной точки зрения, то у каждого букета должна быть своя индивидуальность, своя изюминка. Поэтому смотри, сейчас мы вот тут немножечко подправим. Следующими свою программу показал Институт фундаментальной медицины и биологии. Студенты представили свое выступление в лучших традициях мюзикла. Артисты поразили зрителей количеством качественных танцевальных и вокальных номеров. Ноты в аккорды сами себя не сложат. Другой раз говорил я. Потом. Оба концерта завершились традиционными песенными номерами, во время которых на сцену вышли все участники мероприятия. Напомним, что фестиваль продлится до 18 марта. Билеты можно получить в студенческом клубе, а также в институтах Казанского университета. Карина Саяхова, Универньюз.